Друзья, всем привет! Совсем коротенький ролик, потому что, знаете, я люблю коротко показывать, и чтобы не отвлекать от ваших дел. Как вы знаете, в моем большом 5-тонном аквариуме золотые рыбки. Тут их не так много, штук 100, ну, чуть меньше сейчас осталось. Три вида, анциструсы различные. Так что, ребят, если кому-то нужны золотые рыбки, 50 видов других рыб, есть домашнее оборудование, аквариумы, грелки, грунта, камни, корма и все остальное. Вот тут есть, вот сейчас я визиточку поставлю, вот тут чик. Вы можете писать WhatsApp, мессенджеры, звонить. Нахожусь я в Риге, доставка по всей Балтии. Короче, если надо, ребята, обращайтесь, однозначно будет одно из самых лучших предложений для вас. Но мы видим в ведре, кто у нас пришел. Тут, конечно, не хватает, видим отражение, извините, снимаю днем, потому что рыбка пришла от товарищей. Мы меняемся, обмениваемся, ну как аквариумисты, все мы любители, все мы меняемся, все мы друг другу помогаем, как и должно быть. Так что жду вас в гости. Тут, кого у нас не хватало, конечно же, ребят, не хватало в аквариуме телескопов. Идюками. Смотрите, какой, ути какой, с глазками телескопчик, привет. Яркого черного окраса. Тут у нас еще есть, сейчас попробуем поймать. Ой, какая ты шустрая. О, да. Видите? Тихо, Симба. Собачку наслает. Может, кто-то приехал в гости. Я хотел еще белых. Ну, кто их называет оранты, кто красная шапочка, кто как. Ну, это не имеет значения, ребят. Потому что если вы хотите в аквариуме, сейчас золотые рыбки актуальны, потому что топить много не надо. Потому что золотым рыбкам температура не важна. Фильтрация хорошая. Так что из фильтра она тоже надо. Вот видите, красная. Шапочка, головка красная. Потом она подрастет, будет просто красивая. Красивая и огромная. Так что сейчас мы возьмем. Тут у меня 60 штучек. И запустим к новым товарищам. Кормлю я сухим кормом. Одним. Хлопьями, гранулами. Хлопья у меня спирулина и микс. Разноцветные. Специальные для кои. Есть мороженый корм. Артемия. Мотыль. Ну, то есть разнообразные. Белые червячки, так называем ее. А вот, видите, анцеструсы там. Вот. Есть белые анцеструсы, светлые, желтые, кто как называет, вуалевые, коричневые. Короче, ребят, легче сказать. Есть все, что надо для вашего аквариума, для вашей темы аквариумистика. Видим тут, гупюшки плавают. Вот они. Потому что, когда я кормлю, я же периодически, у меня в одном аквариуме растет хорошо ряска, и я всегда кормлю ряской. Золотые рыбки очень любят ряску, поэтому в ряске бывают малючки гуппи. Я их выпускаю, и они тут подрастают и живут весело. Как подросли, можно в другой аквариум пересадить. Вот они наши красавцы. Все, ребят, не отвлекаю, просто хотел показать, какие новые пришли рыбки. Потому что вы знаете, еще 50 видов плавают в других аквариумах. Сегодня надо день чистки, сегодня почищу пару аквариумов. Сегодня надо пойти на дачу помочь тёще. Короче, хороший день, солнечная погода. Дай бог, чтобы у всех было небо над головой светлое и было здоровье. Все, друзья, всем пока-пока. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь и поддерживайте маленький скромный канал, как мой чудак и рыбы-монстры. Большой вам респект, лайк и уважуха. Всем пока.